Приходит сын из школы домой. Говорит: папа, тебя вызывают в школу. Зачем? Учительница математики спрашивает, сколько будет 7 и 9? Я ей говорю: 63. Она говорит: а 9 и 7? Я говорю: ну а какая хуй разница? Ну вот. Ладно, зайду. Следующим днем он говорит: пап, тебя вызывает учитель физкультуры. Он говорит: зачем? Он говорит: ну он попросил меня, подними правую руку, подними левую руку, подними правую ногу. Потом подними левую ногу. Я ему говорю: а стоять я как нахую, что ли, буду? Значит, следующим днем приходит, говорит: пап, ты, наверное, в школу уже не ходи. Он говорит: а что случилось? Да меня оттуда отчислили. А почему? Он говорит: ну, захожу в учительскую, там, говорит, сидит учитель математики, учитель физкультуры и учитель рисования. Отец такой: так а рисование-то на какой хуй? Он говорит: ну, я так же и спросил.